Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу вам о том, что делать, когда вы получите посылку. Итак, вы получили посылку. Ну давайте сначала, что тут у нас? Тут Туя. Туя книжка, двухлетка. Коричневая, да. Никто не дал ей отдохнуть, все торопятся набраться. Это трехлетка Туя Колумна, четырехлетка Ель Колючая и Писька Нормана. Итак, ну это посылка, это потом. Сейчас я хочу рассказать о том, когда вы получаете, вытаскиваете все это из коробки. Во-первых, ель шла в темноте, она позеленеет однозначно и будет чуть-чуть зеленоватая, но ничего страшного, это все отойдет, это четырехлетка, напоминаю вам. Так, теперь, что вы делаете, когда получили посылку? Вы просто набираете воды и ставите вот так вот в воду. Вот так в воду ставите и примерно 2-3 часа пусть она у вас постоит. Вот так, чтобы воды было в ведре. Можете окунуть, стряхнуть, а потом поставить, чтобы хвоя тоже распрямилась и все это было прекрасно. Вот набрали воды, поставили и пусть она у вас постоит. Можно сделать вот так вот, обмочить, стряхнуть. И поставить всю посылку, все, что, например, вам пришло. Этот заказ у нас уходит в Ставрополь. Постояла она у вас буквально 2-3 часа. Или на ночь оставили даже. Утром встали и рассаживаете. Можете вытащить ее. 3 часа постояла, оставили там, поставили где-то. Прислонили, пусть постоит. Утром встали и рассаживаете. Ну, с вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго!